по-моему, там был. Ой, блядь! Иди нахуй отсюда, иди нахуй отсюда! Вот чёрт! Я тебе ещё в придачу дам. Я его почти убил, друзья, нельзя! Нельзя на этом останавливаться, я хочу его убить. С тобой слежу. Ты трус в большей степени, чем охотник. Ты знал об этом? Ты у меня на мушке, я тебя вижу. Ты слишком много трусишь. Не. Он меня боится, на камеру идти не хочет, сыться. Ты трус, Бигфут. Так, ты пошел в сторону болота, да? Он решил пойти в сторону болота, блин, мне... Батарейки поменять. Так вот он. Я тебя вижу, скотина. Почему ты убегаешь? Он убегает. Я у тебя на хвосте, гнида. Иди сюда. Да, иди сюда, скотина. Я тебя убью. Вот ты куда пришел. Так, аптечку нахуй. Битка. Не кончились. Так, надо бы возвращаться домой, у меня кончились припасы. На ночной... На ночную херобовину. Кончились припасы. Я тебя поймаю. Я псих. Я это прекрасно знаю, тебе ссаться нечего. Ты сам трус. Я это понимаю. Только захуй ты у меня дверь открыл. Так, используй батареи. Надо бы еще аптечку запасную взять. Было бы шикарно. Пошарим по камерам. Я его не вижу. Куда ты делся, скотина? Я хочу тебя добить и убить. Цикло поганое, а? Может быть, у меня тут где-то есть датчики. Датчиков нет. Это фигово. Нет датчиков. Я его почти добил. Что мне высаться-то?
Тогда он шел с этой стороны. Он должен подойти по этой стороне. Он обязан. Другому никак. Я его перехвачу. Надо осматривать территорию. Это моя территория. Я ее отвоюю. Эти скотины. Где бы он мог быть? Вот очень плохо то, что я все датчики на него просрал. Все до единого. Это просто здоровый мне минус. Что я остался без датчиков. Просто громадный мне минус. Это болото. Он где-то тут был. Я думал, Бигфут нахуй. Что с камерами? На капканы вообще не идет, на мясо ему посрать. Он плевал на мясо. Ему вообще пофиг на мясо. Я ему все сделал по науке, но он не хочет. Ему это нафиг не надо. Рассматриваться в оба. Природа мне не рада в этих местах. Так, а вот и он нахуй. Ну с какой стороны подойдешь? Скотина. Страшно, так как, конечно. Давай, иди сюда, я должен закончить с тобой дело, как ни крути. Я поставил себе задачу, сука. Поймать тебя и убить. Блин, нет смысла, уже конец ночи. Где ты? Черт. Жаль, что тут нет сохранения. Стоп управления. Увы, замаскировать капкан. Пойдем что ли домой, замаскируем капканы. Так. Все нормально, ссаться тут нечего. Хорроры, они закаляют твою отвагу. Так. А это у нас хоррор. Что за баг? Ты где? Его лично нет, но я понял штуку. То, что нам можно замаскировать капканы, оказывается. Я очень зря столько датчиков. Приступаем.
Сорвать ветку. Все шикарно. Капкан замаскирован. Какой еще капкан? Так, сзади фургона у нас есть капканы. Так. Веточка. Где у меня еще капканы? Капкан 3 и 1 были успешно проведены и сделаны. Да, я знаю, может быть, эта серия долгая, но, друзья, мы почти завалили этого Бигфута. И это того стоит. Долгие серии, это весело уже. Так, камера 3 осталась. Еще мы сейчас подойдем к камере 4. День белый. Пасмурно. Очень даже пасмурно. Блять, все датчики сразу захерил в него, так дохуя датчиков-то вставлял. Сорвать ветку. Смаскировал. Так. Осталось сходить на болото. В самый-то пиздец. Осталось нам сходить. Пока мне везет. Я его не встречаю. Но запомните, он может ходить и днем. Эта скотина умеет еще днем бродить. И это доказано мной. Конечно, болото стрёмное место. Так. Надо бы найти еще трупаки какие-нибудь. Сорвать ветку. Все благодаря моей идеальной маскировке. Да, уже сейчас. У нас вечерок будет. Заебись. Можно идти запасаться припасами и его ждать. Больше всего хочется надеяться, то, что он будет попадать на наши капканы. В принципе, можно сделать еще тут пару камер наставить поблизости. Так все равно, ну нафиг, надо лучше ружье в зубах держать. Здесь камера будет. Так. Болото, значит. Так, может быть, мне еще вот сюда сходить что-нибудь? Смотреть, проведать. Тене мне лень. Не лень, мне еще хочется домой. Очень хочется домой. Но можно еще возле трупа поставить камеру. Это один из трех трупов, который я должен был найти. Да, парень, конечно, бесстрашный.
Ну почти. Вначале ссался, сейчас уже как-то пофиг. Я понял то, что на окончательный трус и бегу. Тут где-то лежит труп. Где труп? Странно, но все равно. Пометим это место. У меня сейчас будет больше камер. Больше видения. 5-6. Все, поставилось. Все камеры разместил в этом районе. Я знаю то, что он будет ходить именно к этому району. Стоп, а где я его в прошлый раз встретил? Я его в прошлый раз встретил на мосту. Может быть, он сейчас там сидит. Он вполне мог там сидеть. Что ж ему делать, кроме того, как не сидеть на мосту? Пока готовлюсь к его поимке, тут бегают олени. Да, я его именно тут видел. Именно тут. Потом эта скотина побежала прочь. От меня. Страшнее всего то, что датчиков нет. Блять, елка напугала. И отслеживать его приближение я уже не смогу. Желательно сходить проверить мне палатки. Сходить, походить по дорожке. Пройтись. Да, он ходит тут. Я это знаю. Он может, в принципе, сзади меня уже ходить. Те-то. Чё-то не то с оленем, это все странно. Зона пустая. Вот тут я камер не ставил, это я точно скажу. Пустая зона. Совершенно. Совершенно пустая зона. Я хочу, чтобы он вернулся. Мне его так проще убить. А еще лучше будет, если он на парочку капканов клюнет. Это будет еще проще. Я научился эти капканы еще маскировать. Возможно, именно поэтому он и не хотел попадаться на них. Так. Ну, не, ну, конечно, первый раз было круто. А посреди белого дня взял его и увидел. Это было слишком круто. Я сделал, можно сказать, невозможное. Интересно, ну давайте проверим на олене, хотя мне не надо. Не будем трогать бедного оленя. Я первый раз не обследовал до конца тут палатку. Сорян, друзья. Я не обследовал тут палатку. Возможно, что-то было. Что-то есть. Кровавая футболка. Он рядом, скотина. Людей нету. Прием. Прием, признаки жизни не обнаружены. Блин, ходить еще тут кругами.
батарейка, с батарейкой все нормально. Сейчас будем опять через мост обходить там. Может быть, он упадется наконец куда-нибудь. С Алиным все нормально. Так, а че это тупой-то? Вот моя дорога. Домой. Вот это у нас интересное местечко. Да, дом у меня тупо весь в камерах. Он знает, где я. А я не знаю, где он. У него нет точного местоположения, но этой ночью я ему хорошо накоцал. Очень хорошо накоцал. Я хочу эту игру пройти за первую серию. Я не хочу растягивать. Может быть, эта серия будет и длинной, но я не хочу растягивать. Я пройду на первой же серии. Сохранений тут, к сожалению, нет. Так бы я сохранился, и мы продолжили в следующей серии. Так, ну вот и мой дом. В принципе, все идеально осталось. Так, только полить камеру. Чисто, камера 4, чисто. Как ни странно, но чисто. Солнце светит. Негры пашут. У нас все нормально. Тут у нас тоже все нормально. Чем больше камер, чем круче, да? Так, играю уже даже слишком долго. Убить я его должен. Тут, наверное. Так, ты чё? Мне лучше выключить все. Подозрительно тихо. Ночь у нас почти наступила. Он может даже сейчас уже напасть, но он чуть не хочет. Переулок максимум. Странно. Где бы он мог быть? Патронами у меня все в порядке. Так, хорошенько его накоцал, очень хорошо накоцал. Говнюк он. Он самый настоящий говнюк. И трусишка. Где же ты шляешься?
Уже ночь? Или не ночь? Ничего просто не понимаю. Когда ты подойдешь вновь к моему дому, мистер Бигфут? Не могу прилепить к тебе датчика, это бесит, так бы я тебе хорошенько надавал. Вот он. Я его вижу, ребят. Вот он. Он уже тут. Совсем рядом. Иди сюда. Хотя нахуй. Подлая нечисть. Я буду тебя преследовать, я тебя вижу. Я тебя в придачу. Я его вижу. Ты где-то тут, скотина. Я это знаю. От меня ты не скроешься. Только время свое потратишь. Я знаю твои принципы. В принципе, ты трус. Возвращаемся на базу, ребят. Где? А вот, сука, иди сюда. Птичку. Я тебя добью. Слышишь? Ты меня слышишь, скотина? Ты где? Выходи. Я сделаю все, чтобы тебя добить. Это пустая трата времени. Возвращаемся на базу, бегом. Просто бегом на базу. Странно, у него кровь зеленая. Так, олень побежал. Странно все это. Так. Домой. Рано или поздно он сам подойдет. Да, так и будет. Скотина хитрая. С этим спорить нельзя. Понаблюдаем. Бесит то, что он вот убежал. И все. С этим. Он все увидит. Камера его не видит. Как же меня заколебало. Так, иди сюда. Слышишь? Я с тобой разговариваю. Или мне целую ночь ходить, блуждать, тебя искать. А ты даже не изволишь прийти. Почему ты не подходишь к моим ловушкам?
сюда, черт. Тебе видел. Он напоролся на капкан. Вот он. Умри, сука! Поймать Бигфута. Друзья, я это сделал. Вот он. Ну что, скотина, попался, да? Уродец. Нажмите Enter, чтобы закончить игру. Вы поймали одного, но придут другие. На это вряд ли. Ну что ж, дорогие друзья, я поймал этого Бигфута, да, столько долгого времени, но я его поймал. Я поймал эту скотину. Не забудь поставить пальчик вверх за это. Да, за одну серию я прошел хоррор-игру, которая должна была быть даже страшнее, чем Рейк. Но да, Рейк для меня был определенно страшнее. Да, он попался на один капкан, это круто. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, желаю всем удачи, надеюсь, вам понравилось, всем пока. И тот, кто досмотрел видео до конца, ты молодец, да, ты просто красавчик.